Добрый день, девочки. Сегодня я вас, конечно, ничем не удивлю, но как бы так, сделаю такой анонс из Алону Единичка. То есть мне на самом деле этот материал очень нравится. Нравится тем, что по сравнению с Изолоном Двойка, он какой-то более прорезиновый. Вот с ним приятно работать. Вот посмотрите, что я сделала с ним. Но вот в этом букетике верхний цветочек, вот эти вот белые, это из двойки. А вот эти розовенькие, это из единички. Вот такой горшочек. Вот он со всех сторон он хорош. По-своему хорош. Вот лицевая сторона. И вот уже, скажем так, все про эти фужеры, розочки, все уже знаете. Они очень хорошо шли на 8 марта. Подарки из них очень-очень даже хорошие. То есть вот каждую розочку я заворачивала в красивый целлофанчик, красивый бантик. Подарок отличный. Этот фужерчик, он, конечно, как маленький светлячок. То есть он горит. Вот такие есть штучки, гирляндочки. Вот светодиодные гирляндочки, мы вставляем их туда вовнутрь, включаем, и ночничок, пожалуйста, готов. Очень хорош. Но что я заметила? Вот они у меня стоят уже несколько месяцев, да? Так вот они приняли сами какую-то форму. То есть я делала их и делала, даже не замечала, как... А сейчас вот вынула из шкафа, смотрю, они какую-то такую форму приняли, прям нормальную. Вот у одного я листики загнула, а у другого расправлены листочки. Вот. Сейчас нет смысла включать, потому что я, во-первых, снимаю на улице, но горят они очень хорошо. Что бы я хотела вам посоветовать, если вы будете делать и будете покупать, самый хороший цвет, который смотрится хорошо и на розовом, и на белом, это лампочки зеленого цвета. На самом деле это очень интересно. Еще я вам хочу ваше внимание представить вот такую розу. Эти розы будут в букете. Их будет, ну, наверное, или 7, или 9 штук. Такой букетик. Вот. Но эта розочка из Алона Двоечка. Вот. Делала я вот по новой сборке, как я вам уже рассказывала, благодаря булькам. Вот такая розочка. Вот, смотрите, такой небольшой анонсик. Вот, кого, если что, заинтересовало, или кто-то что-то хочет спросить, пожалуйста, обращайтесь. Телефон я вам укажу на ссылочке.